Последний день первого месяца путешествия, и мы уже находимся в Норвегии. Город Осло, столица Норвегии. Сюда мы приехали на автобусе Фликсбус. И находимся вот недалеко, вон центральный ЖД вокзал, там центральная автостанция и центральные шопинг-центры. Вот стоит чудище, я его слепила из того, что было. То есть сделали скульптуру, наверное, из мусора, который где-то нашли. Ехали мы на автобусе. Пейзажи, конечно, замечательные. Опять мы ехали на двухэтажном автобусе. Правда, на первые ряды мы смогли сесть только после первой остановки автобуса. Пассажиры вышли. Мы ехали дальше в Осло. Они еще оставались в Швеции. И как бы дальше мы ехали, любовались просторами, которые окружали. Действительно, как бы природа преображается. Больше леса, больше елок, больше озер, больше рек. И меня за 6 часов пути как бы отосадил немножко один пункт, то что в автобусе не оказалось интернета. Водитель сказал, что есть какая-то проблема там с оборудованием. В общем, интернета не было, а я думал там чего-нибудь попостить, посмотреть, ну, 6 часов провести немножко в интернете. Ну, как мы поняли, это был посыл Вселенной, и Вселенная нам решила помочь. Потому что мы приехали на границу с Норвегией, зашли таможенники и устроили нам тотальную проверку с вопросами. Куда едем, зачем едем, кому едем, а где ваши брони, а кем вы работаете, а где будете останавливаться. Я Лене говорю, давай скажем, что мы по каучсерферу нашли людей и едем к ним. Вот, соответственно, они нам будут показывать Норвегию. Мы начали так и говорить, а женщина, которая была таможенница, такая, а кто эти люди? А дайте их телефон. И если слава богу. Если бы вы показали какой-нибудь левый, она запросто могла бы набрать и переспросить, правда это или нет. Да. Я думаю, если бы мы ей показали все-таки телефон, она бы набрала, потому что она так допрашивала. Типа очень, дайте телефон. Да, очень скрупулезно. И получается, всех уже проверили, весь автобус ждет нас. И я говорю, что вы понимаете, как бы я номера телефона не помню наизусть. Я кроме там своего, там своей жены телефона не помню. Вот, поэтому телефон в приложении. А я приложение не могу открыть, интернета нету. Как бы спросите он у водителя, а куда, как, что это за человек, как это нету телефона, вы что не знаете, а как вы там будете связываться. Я начинаю тут же приплетать о том, что да, мы вообще едем в Норвегию смотреть не одни, там еще приедут. Всего будет нас 8 человек, будем ехать большой машиной. Сказал, что там 2 человека с России, вот мы 2 с Украины и 2 будет с Финляндии. Вот. А она, и что, все потом куда поедете? Я говорю, ну, те, кто с России, поедут в Россию. Те, кто живут здесь в Осло, который нам будет показывать, вернутся в Осло. А те люди, которые с Финляндии, мы с ними вместе едем в Финляндию. Она такая стояла и думала, ну ладно, окей. И отстала. У меня вот прямо как с души так. Фу. Ну, еще и собака по салону тоже бегала. Ну, собака, да, проверяла на наркотики. А, последняя ее фраза была, у вас одна сумка? Я говорю, нет, 2. А, по одной на каждого? Я говорю, да. Может быть, они спрашивали у водителя, типа, мол, чьи рюкзаки? И он сказал, что там есть парочка. Я думаю, что если бы мы их сказали так в попыхах, да-да-да, одна, вот, было бы неправда, это все наши слова как неправду восприняли. А тут не, мы сказали, не-не-не, наших 2. Она такая, ну ладно, окей, хорошо. Вы помните ту еду, которую мы набрали в Швеции перед отъездом? Так вот, ее малая часть находится вот здесь у меня в сумке в ручной. А все остальное взяла Лена. И не хочет отдавать. У нее сейчас рюкзак, наверное, такой же по весу, как и у меня. Только у меня 100 килограмм живого веса. Ну, в смысле, 100 килограмм замечательного человека. А у нее только 56 килограмм замечательного человека. У меня костей, а у тебя жира. Вот. И весь этот груз несет она. О, бутылочка валяется, 2 даже. Даже 2. Вот, смотрите, видите, 2 бутылки валяются. Это уже 2 кроны. А за салатовую вообще 2 кроны даю. Дорогая жена, скажи мне, как
Ой, скажи мне, пожалуйста, как скульптор-архитектору, вот этот объект зодчества, который находится рядом с нами, случайно не гласит ли такую теорию или не доносит ли такую мысль, что каждый настоящий мужчина должен иметь жену, любовницу? То есть какой посыл несет объект? Я не знаю, этого какой зодчества. Посыл несет. Ну, но точно не тот, который ты назвал. Я в этом уверена. Товарищи телезрители, а как вы считаете? Пишите в комментариях. Да. Вот, еще и раз. И две курицы. Я считаю, что настоящий мужчина должен иметь жену. Я считаю, что и это мама курица, сын петух и невестка. Сын петух? Да, сын петух и невестка. Мама и жена, получается. Ну такое. Почему нет? Моя теория, по-моему, вы же знаете, да? В общем, нам сказали, что всем норвежским лесом заведует вот эта бабуля. А еще в норвежских лесах водятся медведи. Причем вот такое вот количество. Вот такое количество медведей с рыбой, с лососем водится в Норвегии. Это надо спрашивать. И бабуля пугает, и Мишани пугают. Ага. И медведя тоже. Не, медведя мы будем чопать в носе. Да. И тискать за ушки. Почти давай. Я бы сказал, просто у меня так. Не, это нельзя говорить в эфир. Что ты медитируешь? Я не знаю, как его резать красиво. Нам пришли, видят, что мы едим ананас, и пришли, но они такое не едят. Да не будет оно это есть, дай ей нормального хлеба, а то потом она не будет брать. Ну. Да, этому он же просит. Июля 2018 года. Сегодня ровно месяц, как мы находимся в путешествии. И мы достигли за этот месяц нашей желанной точки, Норвегии. Сейчас мы находимся в Норвегии, в столице Осло. Идем с нашей стоянки, где мы, познакомившись вчера в Осло с парой из Украины, тоже они приехали смотреть фьорды, но они уже 6 лет живут в Турции, мои земляки. Вот, живут сейчас в Анталии, и вот время от времени выезжают по Европе покататься, попутешествовать. И вот рюкзаками, автостопом решили они на месяц поехать в Норвегию. В общем, мы с ними ночевали, хорошие ребята. Они еще с утра пошли по городу гулять. Вот, а мы пока собрались, пока запрятали вещи здесь в лесу, идем сейчас налегке. Вот, у меня в рюкзаке там один каремат, ну и вся техника, конечно. Мы искупались,
не знаем, что это, море, залив, уже тяжело сказать, потому что вода здесь какая-то пресноватая. Утки плавают, лебеди, вот, стоят яхты, может быть, какой-то залив, а здесь где-то озеро или река течет, но вода не соленая, она чуть-чуть такая соленоватая, и все. Возможно, здесь впадает какая-то река. И самое интересное, что погода сейчас где-то жара до 40 градусов, и для норвежцев это анормальная температура. И по прогнозу вся неделя жаркая. Даже листья на деревьях здесь в Норвегии поникли. Они просто такие висят, как уши спаниеля, повисшие. Потому что это не свойственная Норвегии температура, 40 градусов тепла сейчас. Рядом вот на каждой из пристани, ну здесь закрыто, а там дальше открытые пристани, там везде есть пресная вода. Шланг, кран, и мы набираем воду, пьем холодненькая, чистая, вкусная вода, пресная. До города 2,5 километра, далековато. Но это единственное место, где можно поставить палатку. Вот этот парк с лесочком. А для этого нужно вот этот залив обойти. Город, он там. Получается, чтобы попасть к лесочку, нужно вот этот весь залив вот так вот обойти. Залезли в воду, увидели банку. И не зря. 2 панта, 2 кроны. К вопросу, где взять воду. Вот пирс, на котором припаркованы яхты. Вот свободный пирс. И на них, на всех, как правило, вот такой шлангочка лежит с трубой. Оставляем палатку со всеми вещами уже вот так, в открытую. С собой забрали только технику, документы, деньги. Вот, а все тут, котелки, спальники, одежда, вещи, рюкзаки. Идем искать банки. На охоту. В общем, мы уже сегодня посчитали деньги. В Норвегии мы, ну, по сути, второй день. Мы решили еще на один день остаться, покупаться здесь, позагорать. И уже завтра с утра будем выдвигаться к фьордам. На данный момент мы уже заработали больше 300 крон. Можно умножить на 3,5. Это говорит о том, что 1000 гривен. 1000 гривен. Мы заработали за 2 дня. Вот так просто. Шли по пути и собирали банки. Почему так много? Вот, ну уже на кадрах показывали. Это самое рыбное место. Это яхты. Люди отплывают кататься, берут с собой еду, напитки, а потом, приезжая, выбрасывают это все в мусор. Но самое интересное, банки складируют в кульки и ставят рядом с мусоркой. Ну, наверное, для таких, как мы. Вот, смотрите, друзья. Это просто, ну, тоже такой джекпот. Люди пособирали в отдельные пакеты банки. И они все подходят. И здесь 2 панта вообще. 2 панта, супер, это 2 кроны. А вот здесь, чтобы вы понимали, если вот в каждой штуке будет по 10 штук и по 2 панта, 20 на 6, 120. Ну, короче, долларов 20. Это все одинаковые банки. Короче, здесь долларов 20, лежит 20 долларов. Вот так, просто на ровном месте мы подошли. Мы, я же говорю, злачное место. Супер-супер, я даже открывать не буду. Так, а нам... Это люди просто... И вот видно. Да, смотрите, это баки, куда их можно было выбросить. А они их не выбрасывают, кладут вот так в пакеты. Спасибо огромное людям. Да, спасибо тем морякам, которые приплыли на лодке какой-то.
Они, видать, хорошо тусили. Есть еще такой пункт, и явно мы до него, я не знаю, как мы дойдем, сейчас все руки будут заняты. Ничего, может дойдем. Быть, вначале магаз? Дойдем, не будем мы вначале магаз. В общем, друзья, $20 вот так вот, хлоп, и все. Ну, вот в кульке, рядом с бутылками стеклянными, мы нашли 3 банки, да? Да, кажется, 3. 3 банки, а 4-я, вот, смотрите. Если мы замечаем хлеб, мы кормим и, лебедей. Да, булочка, тут лебеди плавают. Птичкам скормлю. Птичкам даем, чайкам. Голуби, тут много птиц. Вот, и вот, как видите, да? Запечатанная банка. Ну что, будем пробовать, что это? Алкоголь 4,7%. Ну что, состав... это написано мохито. А чем оно приправлено? Водка или чем? Да непонятно чем. Ну, спирт и все, ладно. Давай, окей. Я камеру держу, а ты открывай. Там, наверное, солнце бьет в объектив. Ничего, значит, открываем. Вау. Аромат? Да, мохито с мусорки. О, аромат приятный. А, ну зато полностью целое. Мохито не с мусорки, мохито рядом с мусоркой стояло. Хорошо. Вкусненько. И спиртяги не чувствуется. Но по вкусу отличается совершенно от того, что мы делали дома. Да, ну понятно, тут же мята не натуральная, а такая. Мята, лайм. Тут вкус мяты. Тут вкус. Но она вкусная. Она больше похожа на лимонад, да, какой-то. Ну вкусно, да, лимонад. Но дома, когда делаешь, там мята, лаймик, все, оно такое. Кстати, ароматное. Посмотрим, почем она стоит, но делаю ставку. Стоит она не меньше 25 крон. Ну, то есть, по-нашему, где-то 1,80 гривен. Вот так вот. Не надо покупать. Но не факт, что они же не валяются так. Вот я вам говорю, покупать не надо. Каждый все вот так хорошо. Целую мохито явно никто оставлять не будет. Да, каждый день такое не найдешь. И каждый день вот столько банок. Хотя мы здесь третий день, и третий день их вот так оставляют. Тут рыбное место, потому что да. Все, кто на катерах катаются, потом просто в эти мусорки несут. Других мусорок нет, поэтому логично, что там можно найти. Вот поэтому, друзья, кто бы мог подумать, что я, Елена, находясь на краю вселенной, в Норвегии, идем вот так спокойно по городу Осло, попивая мохито. И это третья страна после Дании, где мы не тратим ни копейки. Вообще. Наоборот, мы зарабатываем. И, господа, это чудесно! Это чудесно! Как вам такое, друзья? В самом центре Осло. Жена моя сказала, срамота. Ну вот. Вот такое бывает. Немножко мы просчитали в самом начале. Смотрите, банки одинаковые абсолютно. Одна, за одну платят 2, за другую платят 1. И мы, конечно, посчитали, видели в начале, что за эти банки дают 2 планта, и поэтому мы уже так. Давай. Поэтому мы так прямо аж обрадовались. А на самом деле. 2 кулька, наверное, по 2, а 2. Ну да. Кулька по 1. Ну, в общем, не 20 мы заработали долларов, а 10 с этой одной находкой. Считай. Так, ну вот получается. 23, 104, 50 и 27.
Значит, получается 154,50. 150 умножаем на 3, это уже получается. У нас 450, ну и поскольку еще там 4, курс 3,5, вот, то получается 500 гривен где-то. Вот 500 гривен мы заработали. Да, к сожалению, это не 20 долларов, как мы изначально думали. Буду водой шуршать. Да. Ну, все равно это за полчаса. Заработали мы 154 кроны. Соответственно, это мы заработали за полчаса, не нагружая там спину, мозг, не имея начальника над собой, не платя налоги. В общем, пейте, люди, пиво и складируйте баночки, кулечки и ставьте их возле мусорок. Да, причем тут люди, которые нас смотрят. Дело в том, что я просто хотел сказать о том, что в путешествии можно заработать, пусть небольшие деньги. Понятное дело, что на эти деньги здесь купишь не очень много. В нашей стране можно купить больше. Мы не знаем, какой здесь такс на то, чтобы, например, поменять на евро. Для того, чтобы потом, например, эти деньги потратить в Украине. Да. Иногда бывает так, что вот кулечек когда ставят, это звоночек к тому, что люди собрали банки. Но это они собрали бутылки. Это бутылки. Ну и такое тоже бывает. К сожалению, стекло не принимается. Кроме как в Германии. В Германии там некоторое стекло принимают. Вот, а теперь булку, которую мы тоже нашли, мы кормим вот таких вот маленьких утят с мамашей. Недалеко от нашего места пасутся коровушки. Летают утки. Ну, в принципе, еды летает, пасется полно. Даже в воде рыба плавает. Только что люди... Только что видели, как люди вышли с яхты и в белом таком контейнере, полконтейнера рыбы наловили. Да, здорово. Идем к нашему месту. Здесь вообще очень уютно. Да, покупаться можно. Яхты вроде бы как богатые люди, с другой стороны коровы и деревня. И все как и центр города рядом, вообще в пешем ходе. Вообще, и вот сейчас мы заметили, что вот в том домике вода. Мы ходили далеко, ну эти ж пристани закрыты. И получается так, что вот в этом, возле этого дома сбоку, пожалуйста, воду набирай. Это если вдруг кто-то окажется в этом месте, будет стоять, вот, чтобы вы знали, вода рядом. Ну и еще такая одна статистическая новость. Сдали мы банок на 154 кроны. И когда возвращались, опять лежало целый пакет с банками. Вот, и там много банок, которые 2 панта, то есть 2 кроны. Завтра уже мы будем выдвигаться к фьордам. И по пути у нас есть магазин. Мы прямо с утра сдадим. Поменяли их деньги на бумажные, потому что они у них слишком тяжелые. У нас еще остались. Вот, я думаю, эти банки досдадим. Добавим наших там 20 с чем-то крон. И еще 50-очку заработаем. Пока не знаем, куда будем тратить. Не знаем. Ну, в какой-то момент еда у нас закончится, конечно. На еду, на еду. Вот мы сейчас оставили палатку со всеми вещами. Ушли за 3 километра от палатки. Я уверен, что тут никто ничего не берет. Как бы нет таких людей. А здесь мы купаемся. Вода хорошая, не сильно холодная, не теплая, но и не ледяная. Да. Хорошая вода. Ну, как для Норвегии, как для севера. Это вообще тепло. Вода вообще супер. Вообще-то она была теплее. Может быть, по ощущениям. Вот. Мы когда вчера купались, она вроде была теплее. Ну, то я думаю, такое. Да, если так, чтобы понять, где место нашей стоянки. Вот, значит, потрясающий вид. Вы будете идти только по той стороне, потому что это такой, как полуостров, сюда попасть. Вон там памятник, который называется Фортуна. Там девушка.
И вот как раз напротив него вот эта вот каменная гряда, уходящая наверх. Велодорожка и беговая дорожка идет туда, и все в основном сюда идут. Наверх не поднимаются, хотя некоторые прутся. Вот, вот эта каменная гряда идет как раз к месту, где есть площадка под две палатки. Мы здесь позапрошлой ночью стояли с ребятами, которыми познакомились. Они из Украины, но живут в Анталии. И две палатки мы поставили. У них более ровная площадка. У нас немножко наскос. Ну, нам наша нравится. Голова вверху, ноги немножко внизу. Вполне удобно. Особо не катаешься, когда спишь. Вот, поднимаетесь. И вот первая развилочка. Уходим налево. И здесь вот стоит наша палатка. Мы ее оставили. Не было нас часа два. Я думаю, что все как было, так и осталось. 6 июля 2018 года. Покидаем нашу стоянку трехдневную под Осло. И мы сейчас выдвигаемся в сторону фьордов. Нашей целью является город Одда. Туда дорога идет таким серпантином всяким. То есть нету прямой дороги. Нам придется брать промежуточные пункты для того, чтобы потом сворачивать в правильном направлении. Сейчас сдадим последнюю партию наших банок. Может, еще что-то найдем по пути. Собрали уже 500 крон. Это где-то 1600 гривен. В общем, фактически это 50 евро уже даже. Это мы собрали за 3 дня в Осло. Хорошее место, благодарим его традиционно. Благодарим русалок, нептунов и леших, которые заведуют этим местом. Покидаем его и направляемся к автобану, который идет вот, как раз он идет через дорогу, это наша, через реку. Это наши потенциальные машины, но правда, как я уже сказал, дороги настолько потом разбегаются в такую сетку, что трудно будет, наверное, ловить машины конкретно в нашем направлении. Но будем так маленькими шажками передвигаться. Удачно мы так застопили и попали прямо на джаз-фестиваль, который ежегодно проходит в этом городе Кондсберг. Это наша любимая Норвегия. Здесь уже красивые пейзажи начинаются. И очень много людей. А это банки. Мы буквально тут за полчаса уже насобирали где-то долларов на 10. Большая конкуренция, очень много местных, которые собирают. Вот. Но и большой поток людей. Самое интересное, почти через один люди вон ходят с Кока-Колой. Здесь очень любят Кока-Колу. И фактически каждый, если не с Кока-Колой, то с бутылочкой воды. Ну или чего-нибудь покрепче. Самое интересное, что в Норвегии, именно в этом городе, запрещено прилюдно в общественных местах пить пиво или какие-нибудь алкогольные напитки. Хотя в Осло это делается без проблем. Поговорили с местной девочкой, она нам все рассказала. Вот. Сегодня будет выступать группа АХА. Супер, только туда добраться будет невозможно. А билет, ребята, стоит 3000 гривен. То есть 100 долларов. Это самый дешевый, 100 евро. Вот такие пироги. Лена вот нагруженная, как вол, опять банками. Уже сдали на сотню. Ну что, есть улов? Есть. Ну, я же говорю. Еще есть, но надо доставать. Тут поголовно люди что-то пьют. Держи. Да. В общем, будем охотиться, потому что за короткое время мы уже заработали 10 долларов. Сколько я час, наверное, походила. И 100, ну и я 130. Тоже. Плюс
твоих 30, я сдала твоих ровно 30, было 160 крон. 160 крон умножаем на 3,5, получаем почти 600 гривен. 600 гривен, 20 евро, больше чем 20 долларов. Супер, почему нет? Ну все, до встречи. Сегодня у нас 7 июля 2018 года. Мы покидаем город, пытаемся покинуть, как он называется, Консберг. Консберг, Норвегия. Здесь такой вот интересный местный Ниагарский водопад. Вот. И покидая этот город, хочу сказать, что он принес нам больше всего денег. Мы здесь заработали порядка 150 долларов на банках. Вчера был концерт группы АХА. Вчера весь город гулял, вот до сих пор как бы продолжается джаз-фестиваль, который проходит в этом городе традиционно. И очень много людей приезжают из других городов Норвегии на этот фестиваль. А тем более выступала вчера группа АХА. Мы просто не успевали банки складировать, мусорные мешки сдавать. Помимо этого, у нас полные руки пакетов, потому что на концерт не пускали с алкоголем. И поэтому люди, которые его купили, они его просто оставляли при входе. А потом не забирали. И, соответственно, все это добро осталось. У меня порядка 10 банок пива в рюкзаке. У Лены порядка 10,05 бутылок кока-колы и всяких там апельсиновых напитков. И помимо этого, еще сегодня утром мы нашли какие-то странные фломастеры. Оказалось, что это водка-шоты с гранатом. Они такие вот, как фломастеры. Ой, сейчас покажу. Вот. Ты его открываешь и тюк, и таких 50 штук у нас. Я уже попробовал, классная тема, хорошо вставляет. Но нам нужно дальше ехать в Фьордом, пока хорошая погода. Попытаемся выдвинуться, сегодня выходные. Машин не очень много, смотрю на трассе, но будем пробовать. Сейчас еще доздадим банки, которые еще с утра нашли. И выдвигаемся. Никак мы не можем уехать из этого города. Встретили замечательного человека Эмиля. Он содержит кафе, вот, и предложил нам на выбор блюдо, за что ему большое спасибо, угощение. Вот, сейчас попробуем эту кухню. Тельятели с лососем и равиоли с грибами. Ну, открывай. Так, вот приготовили нам вкусняшку. Оно горячее, я открыть не могу. Я не знаю, я прорюшу. А как его открывать? Я бабушка, по-моему, Украина. Когда стоит свет, я делаю. Я на сумме, я не открыт. Так, как-то у тебя не получается. Оно горячее. А крышку потянуть не могу. 30 лет ровно. Я не могу открыть. Ешь вместе с этим, с горшком. Вначале кусай горшок. А я не могу открыть. Ну, горячее. О, спасибо. Ты можешь под низ поставить крышку. Лосось, помидорки, черри. Все, как ты любишь. Руккола, сыр. Красота. Объединение. Я так хотела лосося покушать. Вот, пожалуйста. Вселенная нам послала хорошего человека, который нас угощает. Очень приятно помочь интересным людям в путешествии. Спасибо. Спасибо. А твое? Давай сразу покажем. Давай. Держи. Давайте. Давайте. Угу. Сразу заснимем, а потом будем кушать. Угу. Так, тут равиоли с грибами.
Сейчас я равиольчик выловлю. Вот красивенный равиольчик. Тоже черри, руккола, сыр. Объедение. Вкуснятинка, очень, да? Вкусно вообще, очень вкусно. В общем, друзья, будете в Осло, запоминайте, пожалуйста, вот это название. Бульвард Бистро. И обязательно попробуйте равиоли и тальятелли. Очень вкусная вещь. Мы вам рекомендуем. Очень вкусно. Так, а вот, чтобы быстрее найти, адреса в Фейсбуке и Инстаграме. Сейчас мы находимся в Норвегии, где-то уже за городом Нотр-Дам, вот так вот он называется. Завезли нас ребята из Сирии, сирийцы, причем едут, говорят, а мы сомалийские пираты, только добрые. Вот. Мы такие, притихли немножко. Вот. Ну, нормальные ребята, говорят на английском. Но мы их как-то не сильно очень хорошо понимаем. У них вот этот арабский акцент. И мы сидим, переглядываемся, не все слова могли понимать. А Норвегия в этих местах вот такая вот загадочная. Уже горы, покрытые лесами. Вот такие поля, как, не знаю, как какие-то Карпаты. Не все так просто. Не все так просто. Не бесплатная вот эта вот достопримечательность, вот эта церковь. Надо заплатить денежку, и тогда зайдешь. Ну, потому что раньше это была, видать, церковь, а теперь она музей. А раз это музей, значит, надо заплатить денежку. Тут так спокойно, так тихо. Да, здесь такая тишина. Такая благодать. Ребята нас предупредили, что весь город пустой, потому что все в округе находятся на джаз-фестивале. Там сейчас вся тусня, сейчас выходные, поэтому люди все направились туда. Будем пытаться кого-то поймать. Хотя я смотрю, машины едут только в направлении джаз-фестиваля. А в обратную сторону, куда нам надо, пока они не едут. Когда мы пойдем на позицию, машинка сразу приедет. Хорошо, договорились. 8 июля 2018 года. Находимся все на той же самой позиции. Вчера полдня простопили, никто не останавливается. Вот, поскольку вчерашняя ночь... Отлечи. Поскольку вчерашняя ночь у нас так прошла сумбурно, собирали банки до ночи, потом так, я в полусидячем положении, Лена в полустоячем положении, проспали, сегодня отсыпались, теперь как обычно к часу дня выходим на позицию. Наша цель — проехать хоть немножко, потому что никто не останавливается. Если дальше так дело будет идти, постопим пару часов, пойдем пешком. Ну, не стоять же на одном месте. Глядишь, и дойдем за месяц до фьордов. Но мы надеемся, что все-таки найдется добрый человек, остановится, подвезет. Есть у меня какая-то внутренняя уверенность в том, что мы поймаем машинку сегодня. Thank you.
огромнейшее количество домов на колесах. Просто такое впечатление, что все здесь путешествуют исключительно на домах на колесах. Друзья, теперь я понимаю, почему Вселенная не хотела нас отсюда отпускать. У ее в планах было, чтобы мы посетили это замечательное озеро. Просто слов нет описать, какая красота вокруг. Сейчас садится солнце, и тяжело, наверное, снимать в сторону солнца. Очень красивые деревья. Ну вот, может, отсюда вот так будет видно. Значит, площадка. Плавать, прыгать в воду. Здесь столики, все цивильно. Стоит мангал. Ну, все для людей. Мангал, детские площадки. Водичка суперская. Столики. Мы сейчас здесь расположимся, может здесь. Я вот сюда притащил мангал. Насобираем сейчас веточек. Лена говорит о том, что там лежат дрова. Ну вот мы сейчас и дрова возьмем. Супер. Только вопрос, а вдруг это все стоит денег? Ну, ты же понимаешь, что в тех домах по Норвегии тоже, видишь, как сказали, что как бы за ними следят, за этими домами, там все внутри бесплатно. Ты конкретно приходишь в холодильнике что-то берешь, а это... Ну, сейчас посмотрим. А, ну, я думаю, что это дрова... Я думаю, это можно брать. Это оставили люди. Это люди оставили. Может быть, чтобы они не намокли. Да. Тут детям играются. Детям пасочки, игрушки. Представляете, никто не ворует. Мы думали, что скоро начнем тратить на еду. Вселенная опять рассмеялась. Ну, у нас яек нет. Хочется пюрешечку с яйцом. Ну, в общем, как говорится, милости прошу к нашему шалашу. Федя, а что там у нас? Ушки заячьи перченые. Колбаска-гриль. Вон мяско у нас мяско-гриль. Вон у нас мангальчик. Сейчас там прогорит. И будем готовить мяско. Значит, семга краснорыбная заморская. Мяски по три шашлычка. Лаваш. Вкусный, лепешка. Мясо. Ой, ветерок поднялся. Оу. О, какой задул сильный ветер, так резко. Филадельфия сырная до сентября срок годности. Не понимаем. Норвежский сыр вкусный. Йогурты, овощи, салаты, овощи. В соусе. В общем. Свежий салатик, соусы. Это мяско для шаурмы. Тут тоже нарисовано. Да, уже готовое, просто в лаваш накладываешь. В общем, здесь, друзья, с таким видом, с таким столом. Два вида мяска. Я не ожидал, что я так буду проводить время в Норвегии. Опять же, повторюсь, больше всего боялся, что Норвегия это самая дорогая страна в мире. Но она самая лояльная к туристам. Вот эта штука называется фрига. Самое главное в костровом деле что? Правильно, костровая дежурная палка. Надо найти дежурную палку. Костровая палка должна быть а. прочная, б. длинная, в. можно какую попало. Костровая палка. Ну, не очень, конечно. Но пойдет. 9 июля 2018 года. Покидаем нашу стоянку возле озера. Думали здесь остаться еще на один день, потому что много было продуктов, чтобы с собой их не нести. Но погодка подпортилась, тучки набежали, очень пасмурно, ветер прорывается прохладный. Ну, нет смысла здесь оставаться, мы лучше будем двигаться к месту назначения, к фьордам. Вот, но место восхитительное, пахнет хвоей, очень чистое озеро. Вода не такая холодная, в принципе, как и везде, где мы купались до этого. На той стороне вот заросли черешни возле дерева и... Ой, заросли черешни, заросли черники. Заросли черники, и там ее достаточно. То есть это здесь ее немножко так повыскубывали, скорее всего.
А там ее достаточно можно собрать, но мы решили не собирать. Мы так жменьку поели. Мы уже так наелись. Да. Мы наелись другой еды. Пришлось отполовинить продукты. Взяли такое самое-самое, потому что нести очень тяжело. Мы думали, что мы в течение дня съедим, но поскольку мы здесь не остаемся, половину продуктов выкинули.